Часть капитальной постройки на улице Новосадовой рискует уйти под землю. Здание стоит на самом краю 10-метровой ямы, которая образовалась в результате работы коммунальных служб. По-другому никак. В 600-миллиметровой трубе необходимо устранить течь. Экскаваторщику предстоит выполнить поистине ювелирную работу. Расстояние от ковша до стены здания – считанные сантиметры. Но копать все же придется, чтобы не оставить жителей на празднике без холодной воды. Через овраг подпольщиков проходят 4 основные артерии городского водовода. Прорыв на одной из труб диаметром 600 миллиметров. Причина аварии, по мнению специалистов, могло стать излишнее давление грунта. При строительстве этого здания проводилась дополнительная засыпка грунта, то есть планировка территории делалась, и создались дополнительные нагрузки, которые привели к разрушению сварного шва. Как говорят коммунальщики, когда-то здесь стоял обычный киосок, позже появилось капитальное здание, шинный центр. Согласно строительным нормам и правилам, подобные сооружения можно строить не ближе, чем на 5 метров от места прокладки водовода. Данный фундамент находится максимум на расстоянии 1 метра, что, естественно, затрудняет производство работы и может произойти обрушение самого сооружения. По странному стечению обстоятельств, именно сегодня в шинном центре выходной. Видимо, предприниматели испугались тяжелой техники. Нам удалось связаться с представителями владельцев «Ласточкиного гнезда». Копают яму. Вот, то есть получается, что здание мешает, как бы так сказать. Ну и что? Ну вот вы по этому поводу можете что-то сказать? Я нет, не могу. Как? Что я могу сказать по зданию? Зато коммунальщикам есть что сказать жителям. Вода будет, несмотря на препятствия. Такие ситуации, когда строят, не глядя на коммуникации, в Самаре не редкость. Заварить трубу и вернуть грунт на свое место во враге подпольщиков планируют до майских праздников. Павел Баймаков, Иван Карпов. События.